Побежали. Побежали, побежали, побежали. Двигаемся. Все, всех своих петов АФК здесь поставили. Войд слева расставляй метки. Постоянно, блядь, перед рейдом забываю об этом. Тагариус пока, если что, жирный вполне. РДД играем по банши и по скелетам. Милики играем по жирным. Никто не цепляет ауешкой издалека, не дамажьте, чтобы не зацепить мобов, которые в комнате. Чтобы не было, как у меня вчера происходило, господа. Никаких туда иссушений, никаких ничего, чтобы я не видел. У кого-то большое искушение дать иссушение. Так, по напулам на келе давай сделаем так. Фьюдж и нонейм напуливайте на меня. Килнес, Резван, обмен напулов для повышения ДПС. Соответственно, Килнес на Резвана, Резван на Килнес. Апайте друг другу ДПС. Банши вышла, по банши играем с кружочком. Поганище вышло, ромбик. Вроде не пингует, вроде нормально. Хотя моментами тоже бывает. С кружочка банши выходит, РДД. Посмотрели, пощупали и играем по ней. Да, подвисание у меня есть. Сейчас вот начались. Да, походу наш интернет веселье начинает. Хотя не, вот моментами. То нормально, то опять хреново, то нормально, то хреново. У меня сейчас слышно нормально? Блять, Ризван, ты вылетел что ли? Крестик, да, походу. Пиздец. Ладно, пробуем так. Все, Тагариус, дальше лови мобов сам. С воином. Я жду киля. Кружок, банш. Кружок. И потом сразу треугольник. Банши. Мелких убейте. Расщелина. Воронка. Смотрим, где она. Отошли от нее. Расщелина. Взрыв фейки вынес. Угу, все, все, назад. Уже хлопнула она, все, назад иди. Дамаж. Расщелина. А, бля, показалось, что в миле было. Готовимся, сейчас контроли будут. Расщелина, сдвинулись.
Но неймки у нас, обменивайтесь на пулами. Милики сдвигаю. Так, ноунейма контрим. Главное, контрите пана и ноунейма. Фир в мелизоне сдайте. Ладно, я сам сдам. Все, отлично. Это я его в корне убили дал. Только рогу, получается. Это были не мои корни. Сори, сори. Прохиливаем, 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 прохиливаем. Расщелина, аккуратно, милики, увожу, она прямо на мне была. Обходим с другой стороны. Все замечательно. Играем дальше. Могу поднять его, в принципе. Да, давай, Вой, ты свой БРский. Каску, кулак. Фулл баф сдайте по роге. Олимпос вынес. Контроли пошли, Юю контрольте, милики сдвиньтесь, там этот, взрыв. Не убейте холи пава, не убейте Юю, не убейте холи преста. Очень аккуратно. Не надо дис преста дамажить, блядь, шакит. Взял стан ему, уебал на пол хп нах. Заморозка пошла, а сдай игрок гим на ману прямо сейчас. Ой, на хп. Уже поздно. Баллада, гим на ману, шамик, бочку. Юю, выйди из контроля. Блять. Ёбаные корни, нахуй. Можно их диспелить, блять, господа? Шакит, сдай быстро БР по Юю, фулл баф по ДК. Расщелина, двигаемся. Забафали мне полностью по ДК. Фулл баф. Готовимся к контролю, сейчас должны быть. Тагариус, Август и кто там еще, блядь. Дисприс. Дисприста не убейте, блядь. Взрыв маны, шакит, вынес. Не стой прям в рейде, уебал, блядь, по четверым. Диса держите. Не убейте его. Расщелина. Смотрим. Все, отлично, пережили. Играем дальше по боссу. Так, бэров у нас нету, варвайк у нас труп. А можно хилить? Войд, забери пока. Я встал фулл баф по вару. Забрал босс. Лапку дал. Спасибо. Расщелина. Двигаемся, смотрим, где она. Можно косты помогать сбивать, господа? Стражи появляются. Тагариус, Войд, ловите их. Дис, отдай гимноману. Шакит вынес взрыв. Я понял. Зай, отдай гимноману. Контроли пошли, шамика не убейте. Шамика не убейте, я жмусь пока. Все отлично, все выжили, играем дальше. Бля, это слови Тагариус. Тагариус, забери мобов. Шакита забери, Шакит сейчас умрет. Оглушение хильте, пожалуйста. Больно. Бывает. Все, Войт ССом встал, зашибись. Играем. Сейчас контроли будут. У кого гим на ману есть? Шами, куда вы? Игрок, сдай гим на ману. Шакит, скинь инер в стонера. Милики, расщелина. Еще один контроль будет.
Тагариус. Его хильте. Отлично. Так, у нас что, вообще ничего по мане нету? Пробуем. Должны набить. Пять процентов. Никто не заслакайте сейчас. Если контроли будут, разрешаю убить. Главное, не сдохните сами. Лут поменяй. Уже. Хорошо. Я завис. Я отвис. Я прожался. Я завис, я отвис. Босс убит, да? Не успел убить. Все. Молодцы. Ресаем. Че, вам идти локом помогать, Влад? Да, или вы доберете? Или кто там? Кого ты говорил? Да, кто? Дунжмастер хочет, если... Да, Леха, сейчас я ему скажу. Полтинник. Че там, кому надо? Ролик? Это на кого, скажите мне? Это... Ну да, это больше на хила подходит. Есть слот 8, можно сказать. Это вот либо Холи Пау, либо Холи Прист, либо Эршам. Эршам вообще классный, по идее. Коста есть, СПД есть, мана есть. Так, стонер из Прист. Алло, Слава. Что? Будет слот на ДД? ОС-очка, сейчас, погоди, так узнаем в рейде. Поспрашивайте в рейде пока в чате, я сейчас по разролам позанимаюсь. Кого поспрашивать? Ну вот про слот, если вдруг у кого-то или Шумский не пойдет локом, или у кого-то если КД на ОС-ку, 25-ку. Сейчас спрошу этого у Олежи. Нет, Настя, мы просто кидаем ролл, чтобы я видел, кому нужно, и я по таблице смотрю. Так, ну получается что, капустка выше этого Дисприста. Ну, ты на успех ролил? Пух. Да, она на успех ролила. Дисприст, короче. Настя там пониже. А Шамик что? Тоже ниже? А Шамик ролил? Да. А, да, я не прокрутил. Просто. Шамик получается выше еще Дисприста. Это значит Шамик. Никита ГЦ. Так, это что у нас? Кот, Рога или что это? Что-то такое, да? Ретрик идет, Ретрик? Да, Ретриком идет. Крит хастап. Отлично заходит. Ретрики, АДК, Роги. Так, Резван выше всех вроде. Выше него только я, Валтори. Значит, Резван, я так понимаю. Так, это что, хил? На хила, да, плащик? Ну да, это на Эрдру, либо на... Хотя, в принципе, либо даже на ДД это тоже зайдет. Да, на магов зайдет. Баллада. Олимпос, тебе ж начислили вроде ЕП за тот рейд. Ты просто на прошлом ввели ЕПГП за на один рейд, считай, отставал. Ну, пацаны, забираю первую голову свою. Так. А кто у нас там ливнул? Стонер, я видел. А, Стонер. Да, это. И ладно. Игрок мин. Игрок только Шум тут? Шумский, я мисс Шумского.
Ну заходи, ну. А, ты свой рейд поведешь или нет? Не. А, ну все, заходи, заходи на волка, пошли. Скелет. Я не на волке, я на роге. Я просто... Пу-пум, на... Четыре роги. Фейк Ю уходит еще. Настя, ну что будешь? Зачем тебе ливать? Ну смысл? Иди у вас в эсочку с нами. Какой ливать? Пошли. Тут тем более требования еще меньше, чем ну кого-то дракона похитить. А вот так будете закрывать? Плюс один, плюс два. Да, плюс два. Никит, это что ты мне линкнул? А, 6 штук этих кристаллов. Юй, у тебя нету 6 крисов в пропасти? Бля, ну у меня тоже их нету, я их перекинул. А чё вообще повыходили? Мы же в ВС будем идти. Почему выходили, кстати? Ну я не знаю, чё люди поливали. Почему с пугами, ОС-очку? Почему ты с пугами решил идти? У тебя что сейчас, срочные времена? Олимпос уйти надо или что? Что ты объясни нормально. Я вот этого не понимаю. ОС-ка закрывается 20 минут. Почему ты ушёл? Четыре роги в одном пате. Это смешно выглядит. Знаешь, что смешнее выглядит? А. 5 магов в одном пати. Олимпос, ты тут? Слышишь? Пиши что-то. Здесь он нет. Ну, почему ты ушел? Как это понимать? Какие пуги могут быть, когда у тебя гильдия? Мы идем сейчас в ОСК убить. У тебя что, 20 минут нету? Куда ты ушел? Ну вот. Сейчас на сборы больше времени уйдет. Ты смысл, да, если два тела добирать, сейчас... мы и так убьем. Сейчас пугов доберу. Минус один, минус два и так захерачим. Я уже к ОСК подлетаю, не знаю как вы, с Долорана подлетаю. Так, а чё там это... Пожди, Шумский, ты на ком? Шумского нету, я не с Шумского. А, так вы это, Шумского зови, пусть тоже идёт. Заместитель. Идет. Сейчас скажу. Тоже Лока провагонит, тоже ничего страшного. Локи есть уже? Я вижу вон бельт. Пошли, залетаем, мы сейчас всех суманем сюда. Пара-пап. Никаких пугов, вы чё, ребят? ОСК. Ну я поинтересовался, может быть у меня там арго стоял. Блять, кто-нибудь шарит за дон, типа, с автоматическое смена выслеживания? Как у хантов, у паладинов. Не могу пригласить. Херовый. Не, они есть. Ну, два дома такие есть, но, блядь, я настроить не могу нормально. У меня сейчас в Наксе с вами стойки не менялись. Чего мне назвали скелет? Что-что назвали? Название скиллов. А есть там еще места или нет уже? Есть, есть. Дис тут? Дис с... Дисприст. Ой, бля, а чей это был? А, это мой был пэт, извините, парни. Это мой был пэт, простите. Я не знаю, что он побежал, отвечаю. Он на посиле стоит, я F1, я не нажимал на атаку, простите. Мой косяк. Вот есть метка звезда, она будет сейчас шарик ставить, и вы все близко на... Вот ставит шарик, отбегайте оттуда. Уходите весь рейд. Уходите, уходите.
кто сдох, сразу залетайте в инст. Вот звезду все бьем, заходите, залетайте в инст и звезду бьем. Овердозу в 10? Выйдите из метеоритного дождя. Ребят, выйдите из метеоритного дождя. Кто там локи бегает, какие-то маги. Овердоз. Меня слышно вообще, блин? Да, слышно, слышно. Дисприст, овердоз, алло. Так, овердоз вижу, здесь овердоз в холле приста. ОСС так, раз, как на келе? Подожди, а Дисприста я не вижу что-то. Ну да, его нету здесь, а где он? Этот самый Шумский, ты тут, Диси? Да, 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 да. Короче, узнай, пожалуйста, у корона с келя у вас падала, тоже лог ДК маг друид. Вазу она, оказывается, не нужна. Да. И кто второй на эту корону? Ох ты, бля, я придумал. Бля, вообще пиздец. Обалдеть. Бля. И ты ж понимаешь, что люди уже и разошлись, я сейчас не соберу тех людей, сейчас, которые были. Сейчас знаешь, как сделано, я по ИП посмотрю. Так, вот он там был выше, и кто-то говорил. Сейчас я посмотрю. Посмотри по ИП и там... Так, тут я вижу ник Мегалодон. Да, есть такой. Он хотел, да? Да. Он в игре? Прикол в том, что он только что ушел спать, вот буквально 2 минуты тому назад. Сейчас, секунду, есть 20, сейчас, секунду. Сейчас попробую узнать. Так, всех засумали? Да. Дис, ты тут? Шли, башен. Дис, приз, блядь. А, все, заебись. Ты в ШП. Сейчас я ему написал, Слава, сейчас посмотрим, ответит, нет. Батчи плюс 2, это плюс 2 дракона. Просто тут можно просто закрыть ОС. Можно закрыть плюс 1 дракона, можно закрыть плюс 2 дракона. Притяжку по кресту. А, все, успели добить, займись. Доигрывайте мобов. На декурсе магии... А, Шамик. Шамик, давай сам подекурси. У тебя все равно там хилов хватает, так что... Пара-па-па-пам. Так, этот... Тагариус, а чего у тебя хп так мало? 33.
по черепу сыграть, потом по кресту. Все, крестик играем. По крестику, Юю, если что, готовь притяжку по команде. Бешеный Сол справляется со своими полномочиями. Грулик, грулик, мазафака, блядь. Вот это черепа сначала убить. Так. Слав, ты тут? Угу. Да блин, переписка это с этим. Вас затупил, голову забрал, а у него голова лучше у сетапа. И теперь как-то передать надо, блядь. По черепу сначала, блядь. Так, вы вчетвером выхилите плюс 2 драка или вам спекнуть? О, лучше спек. Стопудово. Плюс это выхилить или плюс это спекнуть? Бля, Никит, иди ты нахер. Плюс это выхитить, как я понял. Ну все, окей. Ну Шамик, он не любит на расслабоне сидеть, он любит нормально. Просурово. Да, он любит потеть, да. Знаешь, вот на X3 у одного типа был ник, где все время потеть как мразь. Вот мне кажется, Шамик подошел бы тебе это. Да хер он знает. Шадрон, наверное, он. Я пишу Ярику, он есть в Дискорде, но не отвечает, понял? Сейчас может быть сколько там у головы еще времени читали? А это у Ваза надо спрашивать. Там где-то минут 40 еще. Сейчас просто мы кому-то другому отдадим, он появится резко. Алло, Олег, он же залутал голову, там две было одинаковые. Нет, то 213 была, а это 226. Нет, это тоже токен. Токен это тоже 213 вообще. А, ну так это просто сетовская может быть. 52 минуты. Да, это сет. И знаешь, как, ну ты да. Онлайн будешь, скорее всего. Ну типа. А там если... на кого маг, кто еще? Там маг, разбойник, рыцарь смерти, друид. А может я заберу тогда? На рогу. Если он не ответит. Ты Dungeon Master, да? Да. Как вам такая идея? Ну, есть, это 213-я голова. А можете... А, блин, кто-то может никому, какая там сетовская голова? Ну, сейчас Суэльс быстро выйдем. Вы поймите, там дело в ЕПГП. В том, что после я ВАЗа понял, идет да. Следующий Мегалодон. Нужно найти перса, который был в рейде, чтобы он офнулся, и это время заморозилось. И когда он зайдет, и Мегалодон зайдет, чтобы он передал Мегалодону. Только тогда я перекину ЕПГП. Это ну, смотри, опять-таки, это делать. Надо спросить у Мегалодона, ему нужна сетовая башка или не нужна? Ну, если там нормальные какие-то статы, то да. Просто если офсетовская ему не подходит, но ему там вроде как голова... Не, офсетовская ему подходит, там крит, хаст, СПД. Он сказал, что без шмота. А, давайте, наверное, это, Шедрона, что ли? Да, Шедрона давайте убьем быстро. Ну все, короче, слава, Мегалодона не будет. Там типа Дискорд уже потух. Я говорю, вы смотрите. Короче. Чтобы я знал, кому эта голова уйдет. Вот и все. Ну вон, блядь, можете реально данжмастеру-то дать и сразу, блядь, передай ГП нахуй, перечислю. Все. Просто вопрос закрытый, вопрос решил. Если есть возможность передать тому, кто выше по
Я понимаю, я бы... Ну, видишь, если он забрал себе офспековую голову, которая будет по статам лучше, то ему профитнее. Ну, решать за человека, вот тоже ему сейчас сделаю так. А в итоге окажется, что она ему нахер не нужна. Хорошо, и будешь опять что? Сидеть что? Думать. Хорошо, что надо сделать, получается? Забрать этот токен, да? И время все равно будет или текать? Будет. Или время остановится? Ну, если ты офнешься и не будешь заходить до прихода Мегалодона, то время будет остановлено. Давай, короче, тогда сейчас закрываем ОС, и я захожу на Шумского, кинешь мне туда голову, и я просто сегодня уже не буду играть. Я пойду сейчас в Доту поиграю, либо Варлоком покачаю. Я Вазу сейчас об этом скажу. Бля, ну я бы на Шумском ППГ закрыл бы. Ну ладно, пожертвуем. Ярик что-то потом мне сделает. А завтра я тогда днем уже зайду, он будет. Вот, танчи тогда вот там. Угу. Сейчас, секунду, Вазу допишу. Рыбка стоит, халайте рыбку. Подходите все, господа. Кто там у нас пока стоит? Никита. Никита. Ша этот, Войт. Сюда идите, халайте рыбу. Все, Вазу написал. По факту передачи просто скрин какой-нибудь делаешь там, что он взял эту голову и все. И в общем. Хорошо. Варлайк, смотри, танчит босса Войт, я танчу этих мелких. СС Бельт на меня, Блэкдарк на Войда, Рыбацыпа на Шакита, Зетсу на Варлайк. На кого еще раз? Варлайк. Вижу. Сейчас бы еще только найти. Инту на рейд. Паладины распределились по бафам. Мне опять вам ответственно все рассказывать. Окей, это Гариус, Прота, Олимпус, Каски, Пан, Кулаки, Варлайк, Кресты. На весь рейд быстро, фулл баф. Коля, да без разницы. У остальных они тем более не вкачаны. Какая разница? Коля, Пал, выйди из рейда, пожалуйста. Я могу, если что, бошку взять и за авто передать, а когда сейчас выхожу. Вон, я трусы поставил. Все, вижу. По паладинам МП5. Отлично, по ханту МП5. Если тяжело находить, поставил трусы. Спасибо. Все, есть все бафы. Ласочки еще тикают, торчи на готовности, поехали. Будь переставляю, развалишь. Рагули напуливаете данжмастер на резвана, резван на данжмастера, килнес ноунейм друг на друга, фьюш на меня. Ты босса. Там, иди. Там, в кресте, да, там, иди. Люди, блядь, припоты, может быть, пьют, а ты им вот так вот все поганишь. Ты чё? Я просто смотрю, нет. Да. Минус, блядь, 50 голды, нахуй. По 50 голды вводит себя всему рейду. Готовимся сейчас стена, после стены прибытие Тенеброна. На Тенеброне обязательно на пул. На пул трэша из портала прям. Ох, как у нас заебись, люди поулетали, а? Минус. Минус баллада. Реснить ее, что ли? Шакит, отдай ему. Ризван, чё? Как упал? Бума. Ты в череде был, что ли?
Как вы оказываетесь перед мордой? Я вот понять не могу только одного. Тагариус, собираем мобов. Все по Тенеброну играем. Тенеброну доигрываем. Все, играем пока по трэшу. Весперон 10 секунд. Все по трэшу АОЕ залили. Да я, блин, пролагал немного и улетел. Все сказал. Вау. Чего он оставил? Сань. Шура. Шакит, Шамику, скинь Инер. Да, все, он вот. Я понял, хорошо. А, баллада, спой гимн на ману. В портал. Я думаю, это вайб, да? На вас добав повесился отражение урона. Ребят, в портал зайдите, убейте стража. Уже некому заходить. Падайте. Понял. Ложитесь. Сейчас давайте обсудим еще кое-что. Смотри, на Весфероне Варлайт, как только он призывает своего, призывает портал, соответственно, там будет прислужник. Твоя задача — сразу прожимай бабл и стой хиль. Просто жмешь бабл и хилишь спокойно себе. Хилишь, держишь двух танков, Войда и меня. Нет, тебе не надо уходить в портал. В портал уйдут другие хилы. Ты стоишь спокойно, хилишь только нас, танков. Ты основной хил танков. Поэтому держишь частицу, я не знаю, там, на мне, либо частицу держи на Войде и, собственно, хилишь второго танка. А бабл ты прожимаешь для того, чтобы тебе еще не пришлось подхиливать себя. Да, у меня подлагивает, конечно, блядь, жутко, нахуй, два раза улетел. Нет. Да, чё? Я перезаходить дольше буду. Давай, я просто буду говорить, с какой стороны идет стена. И все. Чтобы тебе было легче. Не, я сейчас камеру на Макс вывернул, и я сейчас немного боком буду стоять. Будет нормально. Тут пролагивание больше играет, тут не в том, что стена появляется. Я вижу, где она появляется, просто я начинаю жать кнопочку в сторону, а я стою в итоге на месте и жду, когда он мне раздуплится. А, поставьте шкаф. Шкаф ставлю. Да, я просто думаю, я Ивара отдам, пусть сама так. Не, Август. Хавайте рыбу быстро и поехали. Мне важно было кое-что написать. Жди.
Ты это книгу пишешь? Ну почти. Котика добавим еще сюда. Ну засмотрим. Как книгу допишешь, ты мне обязательно скинь, почитаю. Хромобот или Дживс есть? Леха, есть Дживс? Есть. Ставь Дживс, Леха. Все, готов. Дживс стейчинить. Дайте, пожалуйста, пройду еще раз лапу, еще раз унту. Каску по ханту. Крест по престу. Отлично. Ну, можно еще там кулак по паладинам, но такое, конечно. Главное, на холипале есть кулак. Ретрикам и протику, видимо, не нужен кулак, да? Сюзет, сюшамик. Теперь креста нету на паладинах. Вы издеваетесь? Теперь каски нету на паладинах. Блять, паладины. Следующего КД буду давать ГП. Все готовы, пишет. Значит, сразу говорю. Даю таймер. Олимпус, ГП не так будет даваться. ГП будет даваться таким образом. Я назначил в начале рейда, кто за что отвечает. Если я не вижу этого бафа, я молча накидываю ГП. Не бейте вы Сарта, зачем вы его бьете? Стойте, АФК, алло. Трэши подбейте. Ждите, ждите прибытия дракона, вон мелких пока бейте, блядь. Ну да, сейчас вы ж до хера маны тратите прям. Тенеброна забрал. Ну Войд. Где-то на пол. Тебе Геро на первого сдавать или на второго? На второго сдашь. Все, по Тенеброну играем. Роги, старайтесь смотреть, когда он дыхание дает, только после этого сразу сдавайте череду. Вы в череде умираете из-за дыхания. Тагариус возле портала стоишь, фьюдж готовишь на пул на этого, на Тагариус. Бля, Ризван, как ты? Я тебя проебал, что ли? Это же не тот портал, это портал с яйцами. Да, это портал с яйцами. Это я для танка сказал, для Тагариуса. Фьюдж весь трэш на Тагариус. Угу. Все, тенеброны доиграли, фул заливаем по трэшу. Войд, подойду, тебя поменяю, дай БР или звану. Иди. Да, и скинь инер в шамика. Весперон перебывает, а Гариус, если что, слови его. Не забрал. Теперь согласен. Отошли от лица, блядь. Дыхание, алло, аккуратно. Геру. Здесь по хилам останутся Баллада и Варлайк. Баллада, сдай гимноману сейчас. А остальные все ДД, подойдите ближе к центру, там где порталы появляются. Готовьтесь. Возможно придется улетать. Возможно не придется. Расщелина. Да. Все, появился ученик. Быстро в портал.
Все в портал, все в портал, кроме хилов, которых я назначу. Убирайте там ученика, Веспирона тут уже нету. Выйдите, доиграли мелких мобов, дракончиков, три дракончика на мне стоят. И потом играем по боссу. Все, доиграли мобов. Котик-жмотик, гимн на ману, шамик бочку. Шакит, иннер в варлайк. Играем все по боссу. Таргариус, занимайся трэшем, я сейчас пойду постакаю этот пушение. Раскол, чтобы милики больше ДПСили. Все, настакал. К тебе иду. Дис, отдай гимноману после валы. Угу, отлично. Мелкий трэш можешь ловить и подводить в милизону. Не надо его тут держать. Вот сюда в мили подводи, и милики будут ауе цеплять его. Лава идет. Ближе к боссу пододвинулись. Никто не улетает, да? Молодцы. Можешь, намекаю, что можешь поменять иннер. Да, окей. Сдай по шамику. Да, да, я потанчу. Сдай гимн ману, дай. Что, потом спать идем, правильно? Да, да, я думаю, сегодня все. Ну, таким составом нет смысла локать. Мы не выиграем там вообще ни хера. По пути там вторая десятка пусть закроет, ямла, я так ей ебал. Угу. Вока, если идти, да, во-первых, так, а во-вторых, надо, чтобы полностью все, кто на данный момент фуловы одеты, максимально, максимально ДПС дают. Вот тех ребят и надо сейчас брать Вока. Войт, когда что ты там, кстати, с десяткой? Ты посмотрел видос? То, что да, да, посмотрел. Да, да. Ну, такое ощущение, как будто вы предвидите будущее, вот и все. Да, конечно. Не, честно, у меня реакции не хватает. Это как-то надо сидеть и ждать. Ну, знаешь, по видео видно, что. В смысле, вот ты. Аккуратно так стреляю. Ты имеешь в виду, когда прилив, когда щит, он кастует? Там, смотри, когда она тебя пишет, скачай просто ДБМ под эту херню. И там, когда тебя на тебя будет кастоваться, тебя выбирает в таргет, тебе пишет, что Малигас уставился на вас. И у тебя есть еще 5 секунд, чтобы прожать щит. Mm-hmm. У меня бывало такое, что он на меня уставляется, у меня абсолютно нету раги. Проходит 2 секунды, я успеваю настакать, я только слил двойку, я успеваю настакать 2 комбо-поинта и прожать щит. 50 ГП, перч. Конечно, все то 7, все ты 7 с 25-ки за ГП, 50. 226-й шмот за ГП, 213-й форпу. Ща, бля, как ральнул, вот так. А тебе что, нужны розы? Ну, на мейна, да. А, я не знал. Так, кто там? Шакит? Юй? Юй не надо? Не, Юй не надо. Так, Шаки, ты выше меня.
Так, это где оно? Ну, это на ханта. Да, можешь ханту просто. А зачем ты мне отдал? Награда Эрелу говорю. А, ты сумку отдал. Да, ну вот эту с камнями там еще. Че, ну на это, на трансмут там кто-то. Блять, кому кинуть? На кого это, Войт, слышишь? У тебя там шмота нету на распыл вот этого фиолетового. Ну вот, кстати, на распыл он, если что, отдай людям. На распыл. Короче, Шамику я кинул вот эту шапку, можете взять, а так пойду сумки нету. Шлем. Какой ты, про какой? Ты про вот этот? Кольчо? Ну, точнее, как дальше, она была, Unroll. Рел. Дальше роль. Сейчас. Кольцо на хапало отдайте. На кольцо. Там хапало вообще же не одетый. Ну, латы на танка это офспек, я думаю. Да, это кто офспек одевает, там берите. А ты ЕП за войску начислил, а то люди ливают. Там... Не, не ливайте, вы чё, бельт. Я потом забывать буду по отдельности начислять. Киньте пати обратно. Ну и шапка там. Что ты писал, хочешь офсетом, панда? Да, эта шапка, она как раз, да, всем офсетом хорошо зайдет. На ретрика, на АДК. И это, смотри, это 26-я. Вот, смотри. Я в прошлом на Аксе забрал перчатки, помнишь, боешные? Да, да. Давай я этих тебе сейчас отдам, а ты решай, что с ними делать. Вот, я говорил, что если разберу сет, я их одену сразу. Вот, но сейчас вот я взял ланцетовскую, мне она нравится. Хорошо. Так что эти перчатки мне уже не нужны. Понял, понял. Так, сейчас я накину. Да, ты ЕП накинь-то. Там еще кто-то Олимпос сливнул. Олимпосу накинь отдельно тоже и бельт. Этот... Что я хотел сказать? А, что ты с тапками с теми решил-то? С тапками... Забрал кто-то за ГП или нет? Так, сейчас я посмотрю тапки, тапки. Вот эти, да? Ну да. Нет, не забирали. Вы сказали, что это бисовые тапки и за ГП будем давать. Да? Ну да. Ну что, кто хочет забрать? Ну, может быть, Ярик завтра придет, заберет их. Там и метка, и скорость. Типа мегалодон. Да, да, можно ливать, я накинул ИП. Все, ребятки, ну что я вам хочу сказать. Я на сутки пойду. Во вторник увидимся. Пишите в ГИС любые, все вопросы, проблемы. Все пишите, я приду, все прочитаю. Слава, со шлемом, что решаем, которым на вазе? Со шлемом вас где-то в ГИСе должен быть. Вон он, Чопс. Где-то, где он? Вот он, Чопс, видишь? Вот он. Это у него шапка. Ну, по факту, что там будет, это самое. Я просто уходить уже хочу. Ну так да, даем мегалодон или как? Это, да, это 213-я и 26-я. Я просто посмотрел по статам на Аркан, она вообще не идет, там крит с духом, а он себе сролил боешную на крит хаст СПД, чисто бисовый. Ух, тогда давайте, кто там дальше? Лехи на дэнджмастера. Некипос пусть забрали. Он по приору выше. Или чернить. Никита, тебе надо эта шапка? Да, вообще нужно. Значит, Никипоц перед. Чекните по приору там. Хорошо, по факту передачи просто скрин оставишь, я приду, перекину. Вот, а пока пусть так. Сейчас чем просто ты на голову теперь там нахай, я можешь тоже. Кому обращаться? Лазу. Все, я за что захожу? Ну вот, получается... Вас, получается, из тех, кто в приоритете, это я.
Нет, там в ПМ забросишь скрин там или что-нибудь. Хорошо, хорошо. Чё, кому они меня? Давай. Я бы на самом деле заролил на эту голову. Короче, Лёха и Никита тогда киньте просто ролл, у кого выше ролл, у вас отдаст вам голову и все. А я Славе напишу, чтобы, ну, кто заберет голову, да и все, чтобы он вам ее подал. Чё, так, ну-ка, Никита. Типа, да, как тебя в пати взять? Ты ж ренегат. Давай ты нас двое... А, точно, в гильдии. Сейчас кину. Влад, тут еще или убежал? Уже, наверное, убежал. Сейчас загружаюсь. Сейчас вас одну минутку буквально они ролл кинут. Денис, ты тут еще? Да. Ты мне скажи, вот эти перчи, сколько я тебе ГП за них? 25 давал? По-моему, они бесплатно мне ушли, я не ошибаюсь. А, ты тапки брал за 25, я помню. Какой завтра рейд будет? Кто знает? Ну, земля пухнет. Ой, это ты где сейчас примерно в долларе не стоишь? Где покупать за эмблемы ОД вещи? А, сейчас. Кому ушла шапка? Никипоц. Все, смотри. Слав, Никипоцу начисляй ГП за шапку за эту. И вас ему сейчас отдаст эту шапку, да и все. Славка тут? Все, начисляйте, да, я забрал. Да, да, услышал про Никита, вот сейчас сделаю. А, да, давай еще раз. Рега, еще раз. Это ты когда, Слава, будешь во вторник? Да. Где ты, Денис? Что ты хотел? Я уже забыл. Да не, там этот, разные локации, не видно тебя. Сейчас, пошли в Клак, вот где к полетчику идти. Не-не, мы уже в этом, в гире. Точно, в Алпочку. А что ты хотел-то сделать? Я уже забыл. Да я почту отправлю, камень транспортировать. Так, а я тебе делал, нет? Передавал? Да нет, вроде. Там вроде красный был. А, да, вижу, у меня реги лежат, сейчас сделаю. Я тебе тоже его закину почтой. Ну все, пора валить уже, отдыхать. Да, и Никипот сейчас накину. Смотрите, там кто желающий есть, в 17.00 десятку Накс будем собирать. Там Дюрикс пойдет, Лилхаммер, скорее всего, Пана жду. И Настю желательно жду. Вот, не знаю, что она там, какой-то статик хочет убежать от нас. Ну, желающие там РДДшники хорошие. Ну, будем пробовать, а то я 4 недели уже не могу собрать. Ну-ка, 25. Это вы во вторник хотите? Да, десяточку во вторник хочу.
Ну, я, может, до вторника, если что, подадим Лока, да и помогу вам Локом. Там легко. Всем